Честно говоря, я так думаю, что с проституцией вообще невозможно никаким образом побороться. И бороться с этим, наверное, не надо. Она есть, была и будет. Это, наверное, как правильно говорят, самая древнейшая профессия. Поэтому как с ней бороться? Но есть и есть. Что касаемо вообще нравственности в целом, особенно в нашем городе, я коренная москвичка, и мои папы, и мамы, и бабушки, и дедушки родились в этом городе. И я люблю свой город. Он для меня самое главное, это моя родина. И я борюсь с нравственностью вот тут, вот здесь. Потому что либо человек себе позволяет что-то вот идти на какие-то такие шаги, либо нет. И мы не можем, к сожалению, полностью повернуть вспять все, что происходит вокруг нас. Вокруг нас очень много людей. Наш город очень сложный. Здесь очень много и приезжих, и разных-разных людей, которые зарабатывают здесь деньги. Поэтому с нравственностью надо бороться. Лично я, честно говоря, часто хожу в церковь, читаю молитвы, знаю заповеди, и мне кажется, это правильный путь нравственности.